Неотвратимость наказания за нарушения в финансовой сфере и сфере закупок как одно из приоритетных направлений работы в правительстве региона прошло первое заседание специальной рабочей группы. Она создана в рамках исполнения поручений губернатора. В совещании приняли участие представители прокуратуры, ГУМВД по Самарской области и Следственного комитета. Цель – наладить эффективное взаимодействие силовых надзорных ведомств с Госфинконтролем. Пробелы в законодательстве зачастую не позволяют наказать недобросовестных чиновников, даже если их удалось поймать за руку. Именно эти прорехи предстоит обсудить участникам рабочей группы. Так, например, был определен перечень документов, которые должен собрать госревизор, чтобы они позже могли служить доказательствами в уголовном производстве. Кроме того, участники рабочей группы планируют выступить законодательными инициативами совместно с депутатами, представляющими регион в Госдуме. Помимо этого, на сайте, который вы видите на экране, в скором времени создадут открытый общественный форум, чтобы каждый житель региона мог сообщить о фактах нарушения закона в части финансовой сферы и сферы закупок. Кроме привлечения к ответственности виновных лиц, необходимо развивать такой институт, как общественное порицание. Это вполне нормальная международная практика. И в рамках данной рабочей группы мы будем приглашать авторов информации и обсуждать завышение цен, нарушение законодательства о торгах, финансовые нарушения.